Здравствуйте. Все вы знаете, что это колпачки, наконечники на свечи зажигания. Вот столкнулся с такой проблемой. Пробило у меня два колпачка. Но выяснил это я позже, так как машина ездит нормально, а при нагрузке включения кондиционера, особенно с трогания с места, двигатель подтраивал. Сменял я свечи, но, как выяснилось, вся причина была в колпачках, ну, наконечниках. Значит, два колпачка у меня были пробиты, были видны дорожки, вот именно вот здесь, прям от контакта до, получается, пробой шел на двигатель. Значит, испробовал я очень много методов, смотрел в интернете, но все оно спасало буквально час-два работы, двигатель прогревался, и начиналось то все то же самое. Вышел я из ситуации другим способом. Значит, я купил вот такой силиконовый шланг, значит, трубочку. Значит, ну это я специально сейчас разобрал все. Вот оно у меня как оно стояло внутри. Значит, понадобится нам, как я сказал, такой силиконовый шланг, масло, свеча для того, чтобы можно было смазать внутреннюю часть. Бо получается так, что когда мы трубку сюда насаживаем, свеча туго становится влазить. Значит, первый раз смазываем ее маслом. После того, как свечи нагреются в двигателе, свеча потом легко вылазит, и трубка остается внутри. При испытании вот такой шланга прибором ОШИК 30 кВ она выдерживает. Больше не получалось накрутить, потому как 30 кВт только на нем и есть. Сейчас я покажу, как я делал. Так, берем шлангочку, обязательно ее смазываем. И немножко внутрь. Смазать необходимо и внутри, так как шлангу можно после первого просовывания свечи ее можно не вытянуть. Так, и одеваем ее внутрь. Одеваем так, чтобы сам контакт зашел. Шлангу. Вот. Смотрим. Еще чуть-чуть. Так, и отрезаем. Чуть-чуть с запасом, потом можно будет отрезать. Так. Еще раз проверяем. Все, сейчас все четыре сделаю, покажу дальше. Так, не знаю, будет видно или нет. Вот так, там контакт сам зашел в эту шлангочку. Итак, сделал я на всех четырех колпачках. Для того, чтобы избежать дальнейших пробоев на остальных колпачках. Проездил на таких колпачках я уже больше 10 тысяч. И ни одного сбоя не было. А до этого менял свечи, не мог понять, почему, что за проблема. Сбоев никаких нету. Единственное, вот после того, как мы так сделали, свечи тугенько заходит. Вот колпачок, неудобно одной рукой. Вот все. Свеча на месте. Значит, немножко, миллиметра 3-4 оставляю для того, чтобы увеличить длину изоляции. Вот и все.
Да, чуть не забыл. Колпачки у меня, ну, автомобиль у меня Mazda 6. Ну, я не знаю, как на других. Дело в том, что узнав цену их на рынке, за вот это отдавать больше 1000 гривен, как-то я решил проэкспериментировать. И, как видите, мой эксперимент удался. Я очень доволен, что, получается, и сэкономил и деньги, и не знаю, сколько они еще так проходят. И я думаю, если любой опять какой-то будет пробой, то их опять будет так же легко отремонтировать. Ну все, спасибо за просмотр. Я еще хотел снять саму установку. Так, вот получается, мы одеваем на свечу. Ну вот смотрите, эти те же колпачки. Так, есть. Так, все колпачки на месте. Подключаем катушку. Так, все вроде бы. Сейчас заведем. Вот включился газ, на газу включаем кондиционер, вот обороты упали, никаких рывков, ничего, включаем заднюю скорость, вот, задняя скорость включена, вот, машина работает отлично. Вот сейчас теперь под всей нагрузкой посмотрим двигатель.